Несколько гигантских взрывов среди бела дня. Эти видео облетели соцсети. Они сняты в курортной Новофедоровке, недалеко от Евпатории, в аннексированном России Крыму. Местные и отдыхающие так описывают случившееся около 3 часов дня во вторник. Буквально вышла вот из машины, пошла руки помыть. И слышу, земля ушла. Ну, я стою, и кажется, вот я вот или взлетела, или ушла вот туда вниз. Мне кажется, так страшно было. Вот такое ощущение, как будто, как знаете, типа как от ядерного грибка. От ядерного взрыва грибок такой поднимался. Таких было два взрыва, таких два больших этих. Все начало как бы падать вокруг, все рушится. По словам очевидцев, взрывы ощущались даже в нескольких километрах от эпицентра. Хлопок мощнейший, дом даже вздрогнул, стекла полетели, жену накрыло, повыбивало раму. Я, если честно, не сообразил, что происходит. Но, слава богу, всем сказать на пол и ползти к ванной. Понеслись очередные взрывы уже конкретные, такие мощные. По третьему разу тогда уже собрали вещи кое-какие, что успели, на выход. Местная администрация говорит об одном погибшем и 14 пострадавших, а также о повреждении более 60 многоквартирных домов. В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Президент Зеленский в своем новом обращении подчеркнул, что полуостров прямо связан с нынешней войной. Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом, его освобождением. Сегодня нельзя сказать, когда это произойдет, но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма. Минобороны России заявило о детонациях на площадке хранения боеприпасов аэродрома Саки. Взрывы, по словам ведомства, не были результатом обстрела, а связаны с нарушениями правил пожарной безопасности. Киев свою причастность к происшествию официально отрицает. При этом советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, отвечая на вопрос телеканала «Дождь», предположил, что ко взрывам могли быть причастны местные партизаны. В то же время в ВСУ сообщили об уничтожении на военном аэродроме Саки 9 российских самолетов, при этом соглашаясь с российской версией о возгорании. Относительно пожара на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном России Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. До сих пор Украина официально не проводила ни единой наступательной операции в Крыму, а лишь грозила ударами по Крымскому мосту. Тем не менее, зарубежные эксперты склоняются к тому, что удар нанесли украинцы. Конечно, это были украинцы. Мы уже слышали это ранее от россиян. Вы, наверное, помните, когда затонул крейсер «Москва», тоже рассказывались подобные истории. А на самом деле, как потом выяснилось, это украинцы поразили его ракетой. Причина, почему украинцы слегка высказываются неоднозначно, может, это мы, а может и не мы, поскольку это сеет замешательство и страх среди россиян. Особенно у российских войск, дислоцированных в Крыму, на севере Крыма под Херсоном. Наблюдатели обращают внимание на то, что украинские войска находятся в более чем 200 километрах от места взрыва. И по имеющейся информации, украинская армия пока не располагает ракетами такой дальности действия. Тем не менее, «Нью-Йорк Таймс» также исходит из того, что взрывы были результатом украинской атаки. Издание пишет со ссылкой на высокопоставленный источник ВСУ, что армия применила оружие, разработанное в самой Украине. Как считают европейские и американские аналитики, российская сторона не может обвинить Украину в ракетном ударе по аэродрому Саки в Крыму, поскольку это продемонстрировало бы неэффективность российской системы ПВО. Также аналитики отмечают, что нельзя говорить о смене Киевом военной стратегии. Я думаю, это продолжение прежней стратегии, ведь ударом по Крыму украинцы дают понять россиянам, что нигде на оккупированной украинской территории небезопасно. А для россиян Крым — это самая важная территория, которая захвачена, важнее Донбасса. Тем временем на остальной территории Украины усиливаются атаки со стороны России, особенно на юге и востоке. Так, от обстрела в Днепропетровской области погибли 13 человек.